Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на сетевой перфоратор, встроенным пылесосом NNZ 220 вольт 900 ватт 4G из магазина AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 19 марта 2019 года. Стоимость такого перфоратора встроенным насосом $216.48. И стоимость доставки в Россию $71.07. Количество итого не получается, да? Значит, если, значит, получается 287 долларов 55 центов. Это общая стоимость для России на вот такой инструмент. Есть упор и есть пылесос. Вот эта вставочка, вот получается, это пылесос вакуумный, да? Добро, смотрим теперь стоимость доставки в другие регионы. Для России мы уже знаем $71.07. И Беларусь $114.11. На сколько раз дороже, вернее, в сколько раз дороже, да? Казахстан $13.60. Ну как-то вот все это для Казахстана сейчас супер, но бывают такие же цифры за доставку, что они на голову не налазят. Украина $138.35. Ну вот как бы Казахстан в этом вопросе выигрывает. Ну и суммируем стоимость доставки к сумме $216.48. И вы получите общую сумму, каждый регион свою, на такой вот девайс. Вы были на канале «Пояс ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.